А перед началом данного видео обещанная Сигна. Извини, в прошлый раз я забыл передать привет, но я думаю, Сигна даже немножко круче. Беги, делай скриншот, не знаю, отправляй друзьям, хвастайся. Да что тебе блогер, которого 680 подписчиков сделал Сигну. В общем, переходим к теме видеоролика. Hey, ребят, всем привет, с вами я, Майк Юном, и это канал Пиксель. Только что проверил на моем канале 680 подписчиков, и у меня видео... Посылка от подписчика. Формально мне ее дал друг, но он же подписан на меня. Да. Он так и написал, мол, чувак, у тебя не все хорошо с контентом, однообразный. Давайте я соберу коробочку. Я такой, почему бы нет? Вот эта коробочка. Да, он мне так сказал, то, что типа коробочки подходящие просто без рисунков не было, поэтому не обращаю внимания на то, что тут коробка из-под колонки. Ну, формально, это ж посылка от подписчика, даже несмотря на то, что это от моего знакомого, и он отдал мне ее в руки. Но все. Давайте открываем, и я посмотрю, что там. Окей. И, значит, первое, что тут есть. Машинка из конструктора. Металлическая. А я помню, у меня, по-моему, в детстве тоже, я еще в садик когда ходил, нам обязательно надо было с собой такие таскать. Конструкторы, я помню, очень любил их собирать. У меня постоянно фантазия играла, чтобы такого сделать. Но... В общем, далее в этой коробочке лежит компас. Компас. Или компас. В общем, компас. Не знаю, он рабочий, нет? Я не пойму. А. Итак, теперь я с уверенностью могу сказать, что мой компьютер находится на севере. А сплю я на юге. Почти на юге съездил зимой. Следующее идет тут то, что я очень любил в свое время, да и сейчас люблю. Не понимаю, почему все говорят, что его уже не модно, и это зашквар. Это спиннер. Шумит, правда, сильно, но крутится хорошо, легко. Золотой такой спиннер у меня есть наподобие, только там вместо металлических пластин стоят легкие пластмассовые утяжелители. В общем, немножко другой, но это тоже классный. У меня даже есть небольшая коллекция. Не знаю, стоит ли ее вообще показывать или нет, но факт того, что... У меня есть коллекция, и это пойдет туда. Галочка. Итак, тут есть Лего-фигурка, я вижу. Фигурка Лего-человечка с двойной головой. Это, я не знаю откуда, может быть, из какого-то детского набора сейчас. Ну, в принципе, прикольно, с бластером такой человечек. Вот так вот, я его поближе покажу. Чтобы не переходить на другое положение камеры. Ну, вот такой вот пойдет ко мне в коллекцию моих лего-фигурок. Да, и тут еще желтая вот такая вот голова. Далее, далее идет то, что 100% пойдет ко мне в коллекцию. Это... Стоп! Это вообще законно? Бабочка? Ну, типа, ладно. Ну, бабочка, кстати, кайфная. Вот такая черненькая. Довольно упругая. Сейчас попробую. Так, нет, я не за ту сторону взял. Тогда. Bitch, you like no? Yes. Sure. It's me. Sure. I не знаю. My English is very bad. I don't speak English. I don't speak English. Yes. What's up, bro? Следующее, что тут идет? О, вот такой вот перстень с орлом, который мне немножко маловат. Серебряный перстень. С орлом. Я очень люблю такие вещи. У меня... у меня тут элементы коллекции потихоньку собираются. И кажется, что я коллекционирую абсолютно все. Так и есть. Ребят, небольшая вставочка. Я кое-что забыл. Это Майк Веном из будущего, если что. Тот же Майк Веном, который оригинальный. Так. Не туда камера. В общем, я нашел еще одну вещь в коробочке. Я просто ее не заметил сразу. Это 5 копеек из... СССР, это 1940 года. Монеты я не коллекционирую. Хотя, погодите. У меня есть коллекция монет, но не тех, которые использовались в обороте для купли-продажи, а какие-то коллекционные. У меня, например, есть жетоны, есть волгоградская монета, есть монета Джокера из трилогии Бэтмена. Так что, можно сказать, у меня и монеты, коллекционные есть. Кстати... Пока я вот, раз такая ситуация. Если вы хотите, чтобы я показал вам все свои коллекции и, возможно, каждую в подробностях, то пишите тоже об этом в комментариях. Буду читать. А теперь возвращайтесь к тому забывчивому Майку. Так, следующее идет то, что 100% будет у меня где-то висеть. Это пин, вот такой вот, пин чемпионата мира по футболу 2018.
Я вообще футболом не очень увлекаюсь и даже, так сказать, вообще не увлекаюсь. Но вот за этим чемпионатом, который проходил в России в том году, я, честно говоря, следил. И следил прям так активно. До сих пор не знаю, какие там, где команды, кто играл, но мне понравилось просто факт того, что посетить, посмотреть было приятно. И у меня есть некоторые вещи, связанные с FIFA. Я имею в виду элементы коллекции, то есть у меня есть значки, там фигурки выходили с этим, с забивакой. И вот такой вот, это реально офигенный пин. Я не знаю, куда-нибудь его повешу, но без дела он точно валяться у меня не будет. И следующий идет вот такая вот коробочка, она запечатана, я не знаю, что там внутри. Коробочка из-под смартфона, да? Ну да, коробочка из-под смартфона, в коробочке из-под колонки, почему бы нет. Вот, открываю ее, но надеюсь, что-то хорошее, потому что что-то плохое я не люблю. Короче, запомните. Если вдруг кто-то захочет тоже присылать посылки, то есть не именно то, что я говорю, мол, каждый подписчик должен там мне присылать какую-то посылку. Вдруг, просто какое-то, не знаю, письмо благодарности, может, я, не знаю, от скуки вас когда-то спас или проинформировал о чем-то, о чем вы вот хотели точно проследить и забыли. В общем, вкусняшки я люблю. Это я одобряю. Тут идет вот такая вот кокосовая 35. Я не пробовал именно кокосовую, но знаю сам то, что 35, вот, они вкусные. И киткат. Киткат обычный, но киткат я тоже обожаю. В общем, это вот... Вот запомните, жрать я люблю. You like now? Угу. Ага, так, и, конечно же, письма. Пусть удача будет у тебя вечно. Спасибо, братан. Желаю сорвать джекпот. По-любому ты улыбаешься. Блин, почему, когда я читаю такое, мол, где... Если ты улыбнешься, то, значит, там, что-то, то-то. У меня на лице непроизвольно... Я забыл слово. А, натягивается улыбка, вот. Желаю войти в топ-1 на YouTube. Живи в молоке. В шоколаде, извините. Ну, молочный шоколад все-таки лучше будет. Пусть у тебя наберется 10 миллионов подписчиков. Спасибо огромное. Спасибо. И тут еще что-то под вторым дном. Еще вкусняшки. Это я люблю. Вот это вот тартимилка. Значит что? Золотая миля. Золотая лилия. Вот они вкусные конфеты, это я точно знаю. Вот это крокант. Они тоже очень вкусные. О, вот такая вот. Вот такие маленькие. Вот я просто их обожал раньше, а потом они как-то у меня пропали с радаров. И еще две карамельки. И на этом коробочка заканчивается. В общем, вот такая вот была приятная маленькая посылочка. Да, я даже не скажу, что она маленькая. Это действительно достойно огромного лайка. Тем более, когда у тебя даже 1000 подписчиков на канале нет, а тебе такой вот подгон делают. В общем, большое спасибо. Что хочу сказать. Парня этого зовут Игорь Шевченко. Спасибо тебе огромное вот за такой подгон. Это реально вещи, которые мне нужны. То есть без них я не то чтобы пропал. В общем, они хорошо дополнили бы мою коллекцию. То есть и вот такой вот. Я думаю, то, что для фона это самое то. Потому что когда фон есть у блогера на канале, это круто, особенно вот, кстати, ребят, пока вспомнил про фон, если вам нравится вот такой вот фон с плакатами, то пишите об этом в комментариях, может быть, я чаще буду делать видео именно на этом фоне, а не на том, но если будет как-то поровну комментариев, то, возможно, и там, да невозможно, а точно там я буду тоже делать видео, но фон, конечно же, будет меняться, тоже какие-то будут свои приколюхи, и надо будут небольшие пасхалочки, которые никому не нужны. Особенно мне порадовал пин и нож бабочки. Да и что я терплю? Я в начале видео подарил сигну, и ты лови тоже сигну. В общем, ребят, а всем спасибо за просмотр, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Также в описании первая ссылочка будет донат, вот. Я не обидчивый человек, если вы задонатите какую-то денежку, я, ну, постараюсь, но, наверное, не буду обижаться на вас сильно. Правда, если вы переведете неприличную сумму денег, то я, наверное... Так, все, я заигрался, в общем, все там, лайк, подписка, донат, кто может. А всем удачи, до новых встреч и ждите новых видео. Пока! Нажми, пожалуйста.